Той дав гдебик, блядь. Как это нахуй ноль зрителей, блядь? Вчера было больше. Окей, да. Я кого рад, ебалки, что за лес, блядь? Ахуе! Эй, дима хуй, блядь. Погоди, ну ты рад. Сейчас я приду, дай мне. Так, ребят, какой квадрат? Долгоносик, где твой носик? Так, ребят, какой квадрат? Ребят, цвет квадрата, пожалуйста. Зеленый. Яху! Есть. Зеленый. Грин. Грин, what is your problem, грин? Ну, все, вроде как пошло дело. А что было до этого? Никто не знает. Аномалия. Ой, никто не знает, что было до этого, что произошло. Ой. Яху, ребята, зеленый квадрат, мы можем стримить. Так, сейчас я быстренько сделаю здесь, и потом тут. И вы знаете, что будет. Да, вы понимаете. Так, сейчас я еще создал папочку. Создам папочку. Куда скину все файлики? Создам папочку, куда скину все файлики? Зеленый квадрат, громкая четко, яху, ребята. Всем привет. А вы что, все здесь? Вы все пришли? Этот уже скидывает мне. 5 минут не прошло. Николас, что-то у тебя какая-то она потасканная. Так, как квадратик? Зеленый, яху. Так, сейчас сделаем еще вот сюда. Так, Ярик, ты готовься после меня подрубать. Я сделаю на тебя суперрейд. Суперрейд тебя зарежу. Ярик, я тебя зарежу. Все придут с ножами к тебе на стрим. Так, а ну-ка, Палеофай. Я тебя очень люблю, Палеофай, но мне громко не надо. Мне надо, чтобы меня слышали ребята. Мы его убьем, пишут в чате. Так, Voices of the Void. Слушай, короче, порешали. Совет решил, что ты друг. Совет, короче, порешал и решил, что если я буду подрубать Voices of the Void, то я сначала соло, без стрима пройду обучение. Как там отправлять это говнище, файлы и все такое. Потому что 2 часа вот это вот душить не то. Не тема. Катайся, дай я посмотрю, что это. А, я сегодня... Да, это сегодня новый видос, его все видели. Я думал с ним оповещение сделать. Но нашел другой немножечко. Но с ним я тоже хотел бы оповещение сделать. Вот с таким видосом. Заспанный. Нос чешется. Нос... Чешет нос. Нос ходуном ходит, чешется. Балбес, блядь. Дурачок, ну балбес, ё. Брат, разбань в чате, what the fuck, я даже ничего не писал на том стриме плохого. Тюнеса, можно я проверю, ты писал или нет? Разбаньте Тюнеса, пожалуйста, модеры на стриме. Я, кстати, чекнул мой список модеров, так у меня их нету, блин, на самом деле. У меня 4 модера, которые всегда на стриме. Я сначала думал, блин, поназначал модеров, у меня там 25 штук их. Никто не приходит, все забили. Нет, я кого за 5 лет модером назначил? Все здесь, там 2 человека не здесь, Владилон. Но я думаю, Владилон, он уже, наверное, все, да. Я думаю, Владилон уже все. Так он, говорит, обещал за несколько часов до стрима в телегу написать, я уже всю пиццу съел. Такого никогда не было. Во-первых, я на прошлом стриме говорил, что сегодня подрубаю. А во-вторых, за несколько часов зачем мурыжить? Стрим начался, я оповещение кинул. Всем спасибо. Нет, мой тип Антона мы еще не смотрели. А вот Юнес, ну-ка, что там пишет? Всем привет, спасибо папа, спасибо модеры. Ну-ка, проверяем, что он писал. Я вернулся, это сейчас написал. Да, есть куда расти. Финалочка, где медведь лес ускакал, очень смешно. Не шарю. Я типа, да, тоже шарю, брат, лишь высыпавший стена, бабки еще как-то. Посмотрим, так, сейчас я прочитаю все. Угу. Так, ага. Такс. Ты чё, нахуй, сидел, блядь, после стрима с кем-то, блядь, полоскал мне, нахуй, кости? Ты с кем-то, блядь, сидел, перемывал мне, блядь, сидел костяшки? Чё надо, блядь? Чё надо, блядь?
Так, сгенерили мне какую картинку. Чекни две пикчи, пожалуйста. Да, Гидман, конечно же, чекну твои сгенеренные картинки. Супер картинки. Яху! Выложив ТГ кота, который нос чешет, хочу друзьям кинуть. Чисто отдельно кота. А что мне под следующий стрим? А что мне под следующий стрим? Тогда какое оповещение? Ладно, ладно, кота выложу. На! Забирай, заебанный. На, не плачь. Все, кот в телеге, который нос чешет. Так, моб заебался, что за хуйня старческий тикток? Ну, подожди, что, в смысле старческий? Мне его недавно кто-то из пацанов скинул. Разве это не смешной тикток? Где крыса обрыгалась? Всем привет, у тебя там что, нифига себе, список ников в цвета ЛГБТ. Так, чекни твиттерский. О, я видел такой же, Ярику сделали. О, ну что, поехали. Бам-бам-бам-бам. А, алкохимик, где ссылка на Вов? Короче, с Легионом такая история. Они меняют, короче, что-то там, новый сервер открылся, и им нужно что-то поменять в личном кабинете. Они, короче, поменяют в личном кабинете, прикрутят платежки, все вот это вот свое дело, и тогда только ссылка заработает. Говорят, что это будет через парочку дней. Так что сегодня пока что отменяется. Стызы, сейчас чекну. Вы увидели, да, то, что я отправлял тикет в этот The National Alerts, они все мои бабки пожрали. Попили, как долгоносики. Так, что там скинул Стызи? Стызи, это ты? Есть, отлично. Стызи говорит, когда услышал про Легион, его реакция была такая. Наливай, блядь. Ну это правда. Ну это правда. Я тоже, какой радостный, я уже его скачал, уже перса создал. Но вам запрещаю, ребят. Ссылка все-таки должна быть это самое, отработана. Ссылка должна быть абьюзана, облизана, обсосана вся. Но я уже сам жду, руки чешутся. Хочу, блядь. Наконец-то, спустя 5 лет мы с вами сможем нормальную игру, блядь, поиграть в пати. Так, окей, let's find Larry. Давайте мозги не делать особо, сразу запускаем игрульки. Надеюсь, лагать не будет. Ссылка будет обсосана. Жам-жам, сейчас они настроят этот свой личный кабинет, тут дым-сюдым и сделаем сразу. А ссылка, она уже есть, как бы, она просто не работает, не регистрирует переходы. А это вообще, ну, типа, ни туда, ни сюда. Фух, здорово, видел типа, который назывался Довгоносик? Какую игру? Какую игру? О чем ты, Дима? Я никакую игру не знаю. Let's find Larry, вот эта игра. Сейчас сделаю чуть потише, потому что, ну, куда. Let's find Larry. Так, и аватарчик. Аватарчик под хорроры. Секунду. И аватарчик, который чисто под хорроры. Чтобы усраться. Так. Кошмар. Это кошмар. Убери. Страшно, убери. Так. Это делал не Ярик. Громко все равно. Почему так громко все равно? Насколько я убавил? Так я не убавил почти. Вот так вот надо. Ну-ка. Во. Во. Угу. Че за, бля? Какой у тебя ник? Я так и не понял. Точно такой же в стиме? Как тебе добавить? А Давк Делюкс пишет в чат. Сейчас я уберу этот. Давк Делюкс пишет в чат. Привет, я Макс из параллельной вселенной. Я езжу на ламбе и живу в особняке и жру крабов. Бля, как бы я хотел краба, прикинь, лобстера вареного красного. Ну Давк Делюкс, это Давк Делюкс. Я Давгоносик. У меня ни нет за душой. Кто Давк Делюкс? Ты еще не встречался с Давк Голд? И Давк премиум. Очень деловые ребята. Ну что, поехали? Так, что за игрулька? Азартный. Я не хочу тебе называть название, потому что я... Потерпи чуть-чуть. Пожалуйста, забудь про то, что есть эта программа. Потерпи чуть-чуть. Давк Ультра. Но Давк Ультра — это уличный боец. Давк Даймонд. Давк Даймонд, мы даже его не знаем, он к обычным людям он не выходит. Он как из семьи Рошельдов, он не публичен. Он нереален,
но не публичен. Ты все хайповые игры хочешь поиграть? Тебе на аукционе Почему на аукционе? Просто в чате писали, какие игры поиграть. Я их себе скачал. Эту купил. За 400 рублей, блять! Америкосы ели совсем. Да, в Культрас. Хочешь краба, можешь позволить только крабовый салат. Да, да. Да я недавно, бля, в магазине, я вообще обел с работницей, заказали, короче, крабовые палочки. Вкусные. От Вичи. И они такие здоровенные, там написано «Королевский снежный краб». На самом деле все то же самое, рыбьи анусы перемолотые, только просто выглядят покруче, и ну, там какой-то усилитель вкуса добавлен. И, короче, их в магазине осталось, продавщица не позвонила и кинула в пакет какой-то мороженый красный хер. Кинула какой-то брикет, там, короче, внутри и рыбы, и опилки, и то, чем рыбы серят, и все это было заморожено, вот такой маленький, типа, на, жри, похуй, свинья, тебе какая разница, блядь, все, какие крабовые палочки, жри, говорит, сука. Мы сказали, не варик, написали в поддержку, попросили, очень слезно попросили уволить продавщицу. Здорово, говорит, привет. Так, мое имя Файндо. Мне нравится находить людей. Это весело. Позволь мне представить тебе управление. Нажми А или Д на твоей кейборде. А или Д. Ага. Ты заставил весь мир крутиться, вау. Человек говорит, меня вырвет. Отлично. Проворачивать это отлично для того, чтобы найти другие перспективы, чтобы посмотреть откуда. Еще одна штука. Еще последняя вещь. Одну секунду. Он ушел. Так, крутану эту сучку. Эй, я снизу, это я. Наверное, это очень тяжело увидеть меня с такого расстояния. Нажми правую кнопку мыши, чтобы зазумить. И нажми на меня левой. Ты натурал? Ладно. Все, ты готов? Иди найди. А, я пойду найду каких-нибудь людей. Так, нажми сюда и поехали. Ой, ёб твою мать. Какой прекрасный день. Я пошел прогуляться в парк. А потом я увидел его. Я никогда не забуду это лицо. Мой лучший друг старшей школы. Ларри. Из The Talk of the Town. Мы не видели друг друга годами. Отлично снова увидеть тебя, Ларри. Вот он. Ну что ж. You found Larry. Я нашел Ларри. Ларри, хуй весь в кляре. Ну и чат развлекается как может. Так, секундочку, это что такое? Я не могу проверять. Я посмотрел, что элемент. О, он раскрашен наконец-таки. Бля, шестой элемент было такое говно вонючее. Это с ума сойти, просто с ума сойти. Так, пока не страшно, ребят, но скоро будет. Не матерись при детях, детей нет. Так, где же тут Ларри? Вон он маленький и не прыгает совсем. Нашел, отлично. Так, с Ларри. Ну, конечно же, чат найдет его быстрее меня, потому что, ну, сами понимаете, это же чат. У них 1000 глаз, 10 тысяч рук, 1 000 000 ног, как у мифических зверей страшных. Так, он, может быть, за какими-то деревьями прячется. Это вот, это не он? Нет, это какая-то мразь. Так, а вон он в центре маленький стоит. Так, сейчас я его с перспективы правильной найду, чтобы мне его удобно было кликнуть. Он за людьми стоит, падла. Ладно, я так его прокликаю, в принципе. You found Larry. Yes. Он говорит, вон он. Ты что, не видишь? Найду, найду. Он всегда меньше. Если он всегда меньше и не двигается, то для меня это только плюс. Так, посмотрим, может он где-то за домами? Не, вон он стоит. Вот это где стоит. Он не прыгает, поэтому это легче. You found Larry. Я за 400 рублей купил эту игру, напоминаю, ёп туда и, блядь. Угу. Так, секунду. Все есть. Играем. Larry.
Лэри, Лэри. А вон он, вон он, вон он. Падла, магазин захотел. You've found Larry. Покурить встал. Сканворды в следующий раз купи. Бля, зачем они бесплатные? Да и мы недавно разгадывали один. Я сейчас люблю не сканворды, я сейчас люблю тиктоки, где, короче, показывают много треугольников и просят найти углы. Я сижу, считаю углы. Чтобы у меня деменции не было, как у Брюса. Чтобы мозги работали. А то что-то, ну сами понимаете, нихуя они не работают. You found Larry. Yes. Что с крышами домов? Нормально, припарашены. Угу. Убери страшилку с левого нижнего угла, пожалуйста, я сейчас уссусь. Вы что, серьезно? Не скипывай после того, как нашел там диалоги от Ларри. Он пока особо ничего не говорил. Говорил типа beautiful. Дима, где закрепить? Ты ж в паблике закрепил, я сегодня заходил, смотрел. Ты ж в паблике закрепил. You found Larry. Он говорит, ты преследуешь меня? А, его походу, короче, эта тема клинит. Продолжаю. Насрано, спасибо большое, это действительно классный ник. Да вот он. You found Larry. Что скажет? Ничего. Давгомопсик тоже норм. Бля. Ой. Сейчас мы его найдем. Вон он, вон он, вон он. Ага, началось. Have you seen him? Подожди, это кто такой? Это ж вот он здесь стоит. Вилли Мак. Вот этот человек. Ой, блядь, как-то, знаете, все меняется. Я не вижу этих людей. Ларри стоит вон там. А это Вилли Мак, которого ищут. А ну-ка, что еще можно сказать про это дело? Все, пропало. Глич пропал. Так, Ларри, ты где-то вон, вон он ты. You found Larry. Дальше. Не понял, куда закрепить-то, ёб твою дивизию. Продолжаем. Я так не читаю чат нахуй, я играю в игру. Такс. В чате? Ну, закрепи, Дима, закрепи. Так. Ой, это что такое? Это он? Не могу нажать. Надо запомнить, что у него прическа, как у Ice-T. Пока ищу Лэри дальше. Ой, что плечо? А что с плечом? Ой, плечо. Так, сейчас мы найдем его. Ух, у деда плечо болит, ребят. Вы видите? Где этот мудачок? Тяжело, тяжело. Сейчас гляну, взгляну со всех Интересно. Становится сложнее. Он где-то говорит, эй, говорит, прекрати. Ему не нравится, что мы за ним следим. Эрнира, чуть-чуть надо подождать. Они там чинят личный кабинет. Ссылка будет. Она уже есть, она просто сейчас не рабочая. Будет. Такс. Какие-то люди на крыше. Ларри стоит, трясется под деревом. You found Larry. Он говорит, перестань меня преследовать, или я позвоню Фузу. На буст есть ссылка? Еще нет. Будет, как только я хоть что-нибудь сделаю туда.
Как арт скинуть, прямо в чат и кидай. Какой скуфоносик? Я не скуфоносик. Так, а что-нибудь на карте есть подозрительное там или еще что-нибудь? Нет, все нормально. Помогите! Кто-нибудь! Сталкер! Вид, убери страшилку в левом углу, пиздец, некомфортно. Пацаны, вы что, серьезно? Вам некомфортно от этого аватара? Лялик, ты слышишь, что они говорят? Зачем ему такие глаза страшно рисовал, зрачков нет? Да вы охуели, пишет. Да. Пиксельный песик с колбаской, он, конечно, топ, но дайте хотя бы это, но... Хотя пока пиксельная игра, я поставлю колбасника, ой, я поставлю колбасника, а после этого верну аватара Лялика. Так, сейчас. Так, это медведь. Это дог, вот он. Вот так вот. После Find Larry поставлю аватара Галика. Так, нет, мне не нравится, когда у него шея летает. Я его вот так вот под землю туда запихну. Так, а он нормально? Да, сойдет. Это нормально. Итак. Ищем Ларри. Он от нас не избавится. Юху! Пожалуйста. Он говорит, пожалуйста. You found Larry. Ага. Чикот заставил меня... Так, тут что-то будет происходить. Меня ник на Давгер. Не знаю. Чикот меня сегодня заставил подписаться на его любимого стримера. Это пиздец, бля, как можно быть такой вот куколдистской хуйней заниматься, фетишистской. Заставить своего стримера, одного единственного, подписаться на другого, блядь. На мою же карту, на мои же бабки. Я привязал карту, подписал его на папича, потому что Чикот, внимание, сейчас мы будем смеяться, надсмехаться над ним и гнать его. Чикот хочет по премиумке у папича смотреть, как тот без вебки играет в этот, в Тарков. Отсылал мне кружочки, ему так, Максим, пожалуйста, говорит. А потом отослал, где он моется, когда я ему оплатил, он прямо из душа мне отослал кружочек, в котором говорит, хочешь, я тебе что-нибудь покажу? Ну, ебаный урод, думаю, да ты чё, Чикот? Ну ты тип. Заставил меня такое унижение испытать. Так. Так, все, я не смотрю в чат, мне надо смотреть на Ларри. Может, он прячется где-то там? А, кстати, что там такие страшные маски? А, Ларри, кстати. Я хотел на страшные маски посмотреть. Вот это твари у него, конечно, горожане. Соседи добрые. Когда зончик? На бусте. Тебе можно в кружочке в ЛС всякое показывать? Ну, можно. Давай. Так, меня раздражает, что у меня опять ОБС сверху. Я сейчас еще раз вернусь быстренько, чтобы вернуть все себе. Всю власть. Все, найс. Бля, говорит, мне девушка сказала, что тут надо мной смеются, what the fuck. Ты даже не на стриме был, бля, Чикот. После того, что ты сделал со мной. Как унизил меня. You found Larry. Как раздел меня догола, показывал мне пальцем на пипку и хохотал. Опа. Это кто там такой? Произошло убийство. Вы видели его? Ну, видели. Он убийца, да? Hey, can't you see someone's in here? Кто это? Это не Ларри. Вот, вон, Ларри тут. You found Larry. Все, он не может. Ты не понимаешь, что ты делаешь.
Ты с ними? О боже. Оставь меня одного. В тачке сидит. Рядом с ним какой-то жуткий хер в кепочке. Так, больше смотреть не на что? Больше не на что. Продолжаем. Иди нахуй, Пенобас! Угу. Так, ищем, где он едет. Может, он стоит где-то? Не, наверняка где-то едет. Сейчас мы его выловим из трафика. Стрёмные типы. Это Ларри. Это он! Стоять! Не понял. В зеленой тачке он же был. Кстати, черная тачка, внутри никого нет. Сейчас еще проследим. Странно. Так, вернусь на эту полосу. Удобнее бы, чтобы... Но это он же, нет? Это же Ларри. Черная тачка в тоннеле просто. Так, арт какой-то подъехал. Ой! Ой, что это такое? Есть два патрона. Что это такое? Что там, блядь, Оскар Кучера? Яху! Яху! Такс. 4 заряжай. Здорово. Здорово, это здорово. Спасибо, отдельный плюс за блядскую дорожку. Спасибо, ребят. Арт супер. Сохраню его обязательно. Жду от тебя арт на конкурс Озона. Так, может быть, мне надо посмотреть со спины на эти тачки? Так, черная с тонировкой так и едет. А здесь зеленая, непонятно. Может, у кого-то багажник открыт или что-то такое? Вроде нет. Джекпот. Вот и он. Странно. Тот выглядел один в один, как он. Произошла авария. Музыка громче стала, интенсивнее. Ларри, ты что устроил? Что натворил? Silent Hill какой-то начался. You found Larry. Нашли. Этот Озон, пиздец, но людей вообще. А, не фанат, понимаю. А, Мира. Вы девушка? Так, сделал по другому конкурсу по Озону. Это какой еще другой конкурс по Озону? Только я не могу вертеть. Я не могу давать кругаля. О нет. Я не могу убрать лупу. И давать кругаля тоже. Кто едет? Дрифтует. Угу. Да, мы можем проходить игры того типа про рулетку, про дробовик. Просто стоят. Сейчас я закончу здесь. Ой-ой-ой. Сейчас я закончу здесь. И скиньте мне его... профиль, пожалуйста. А, я видел его профиль. А там хорошие игры. Мне показали, что остальные у него чуть-чуть душманистые. Что надо? Кто это? Кто этот человек? Ебло трусится.
Я заметил, что ты наблюдаешь кое за кем. Ну, мы любим находить людей тоже. Узнаешь эту крысу? Это Лэри. Я знаю, что он где-то здесь. Я чую его. Мы бы хотели переговорить с ним. He's a slippery sob. Он, наверное, назвал его, что он скользкий гад, короче. Доказано, что его тяжело отследить. Он доказал. Но, кажется, ты справляешься просто отлично. Я не тот, кого бы ты хотел огорчить. Так что оставайся на этих путях. Если ты понимаешь, что будет хорошо для тебя. Ты приведешь нас прямо к нему. Я понял. Лэри здесь нет? Да где бег ищет долгоносика? Лэри здесь тоже нет? Так это просто граффити. В окнах. Вроде нет. С этой стороны. Не видно. С этой стороны. Сейчас мы уйдем, эта козлина спряталась. Ларри, крыса ты. Крыса ты скользкая, гадкая. Нигде не видно его макушку. Ларри не здесь. Продолжим. Ага. Что-то не так. Залокалось. Лэри, ты? Вот Лэри. Ну и... Ну и чмо. Ты видел их, не так ли? Слушай, они... Они забрали мою семью. Они забрали их. Я не знаю, что они с ними сделали. И сейчас... Они идут за мной. Вот ты обоссанец, твою семью забрали, а ты не взял дробовик и не пошел, короче, стрелять всех. Короче, они везде следуют за ним. Relentless, я не знаю, как перевести. Они никогда не останавливаются. Нет, 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 он усался. Нет выхода. Помоги мне, пожалуйста. Я собираюсь умереть. Они здесь. Пожалуйста. Они здесь. Нашли. Покажи, где он прячется. Сейчас же. Так, интересно, есть ли в этой игре развилочка? Могу ли я быть за Ларри?
Или за злых. С одной стороны, Ларри реально какой-то крысёныш. Что-то натворил, его фотка в газетах, трясется весь, что-то, короче, напортачил и бегает, за жизнь свою боится, жалкую душонку. А эти мне слишком как-то, блин, дохуя указывают, слишком они какие-то вальяжные. Тоже я бы их тоже ёбнул, я бы против всех был. Не могу, ребят, ну, а, все, надо было нажать пробел. Показать? Я покажу. You found Larry. Беги. О! А это кто такие вообще? Най скачает. Клуб Мутабор. Лэри такой маленький. Да, да, Лэри был на вечеринке в Ивлееве. Окружили его. Обставили. Сейчас я его найду. Может быть, он за кулисами? Нет. Здесь его не вижу. Вон он. Ой, блин. Почему два раза приходится нажимать? Наверное, просто багулина небольшая. Так. Тут какая-то кровища у них. Здесь не вижу. Здесь вижу? Вроде бы нет. Занавесочки попробую отстегнуть. Нет. Был где-то, да? Отсматриваю. Ёлки-палки, а чё же я его не видел-то? Вот он стоит, просто усался. Потому что его видно только с одного положения. И тут за головой его как бы... А, можно сквозь людей нажимать все равно. Сбежал. You found Larry. Сдадим его бандитам. Макс, чекни диск, там пикчер как раз под клубешник. А что там еще было? Кто-то еще спамил. Так. Нет, не показывай пока свои арты. Это твой арт. Кто-то еще спамил про конкурс, там что-то я не увидел. А, вот это? Но это другой конкурс был. Когда у кого был еще конкурс по Озону? Что за прикол, не понял. Я же первый сделал. Так, диск чекнуть, да, давай. А, Сугус, но, бля, что такое? Еще такого размера картинка. Мне пришлось свернуть игру. Спасибо, что отвлекаете, как говорится. Так. Че, какую-то проституточную мне скидывают. Ларри не вижу, он, наверное, в какой-то вот под какой-то из перспектив чуть-чуть заметен. Сейчас я посмотрю внимательно. Вон он. Под деревом. You found Larry. Нашел. Так, что тут еще? Вон он.
пришел. Отличная работа. Дурак побежал прямо в здание спереди. Мы трапнули его, мы сделали ему ловушку на крыше. Это та самая ночь, ребята. Сегодня вы сможете сделать отличный, чистый выстрел прямо ему в голову отсюда. Возьми это. А you это не вы, а я. Почему ты сказал boys? You found 50-го калибра снайперскую винтовку. Ну что, Ларри? Пришло время. И бегает. Мышь. Бам! Я убью Ларри. Причины не убивать его. Я его только ранил. Ларри, бедолага, запыхался. Ты ублюдок. ББ. Чехот, можно я поспамлю немножко ссылкой на мой ТГ, там пацанам в душе крузочек запишу, на стрим свой позову потом. Ты чё, вообще охуел? Вы чё, вообще охуели что ли? Такс. Ага. Отлично, говорит пацан. Не знаешь, как долго мы гоняли за этим мазафакером. Кого? Что? Почему не могу? Ты попал в ловушку. У тебя нет выхода. Ты прятался слишком долго. Я потратил пол своей жизни за охотой на тебя. Время вышло. Вилли Мэг. Ну я просто Ларри. Заткнись, перестань пиздеть. Ты сукин сын. Когда я услышал, что Фус поймал тебя и засунул тебя за бар, я не знаю, это was the worst. Это был самый худший день в моей жизни. Я думал, что этот момент не наступит никогда. Момент, когда я вобью тебе пулю в бошку. За решетку. Он посадил за решетку. Сленговое выражение. Что-то происходит. Ну? Джокер? Вот и Ларри. Ну и морды. Хуярь, Ларри, хуярь. Он думал, что он сможет справиться с Ларри. Ё-моё! 18+ контент. Ё-моё! Ладно, чекот, постани ссылку на свой телеграм. Жестко. А где тут 30+ контент? Убежал. А что мне теперь с ним делать? Куда убежал-то? О, лицо на земле осталось. Отрезанное. Ты не мог просто оставить меня в покое, да? Ларри, это я. Мой друг со старшей школы. У меня было все отлично, пока ты не стал за мной преследовать и похерил все.
Судя по всему, мне нужно новое время, блять, место, чтобы прятаться. Интересно, будешь ли ты кричать так же, как кричал он? Он через комп лезет. О нет. О нет. Ларри? Ларик, чувак. Ты же понимаешь? Жуткие новости пришли с тихого городка Мидлвуд этим утром. Расчлённое тело мужика было найдено, мужика, человека было найдено в Мидлвуд парке. Полиция нашла мешки для мусора с частями тела, которые были закопаны под землёй. Эти мешки содержали несколько разных частей тела. Тяжело было опознать тела умерших людей, потому что их лица были сняты. Полиция просит, чтобы кто-нибудь поделился хоть какой-нибудь информацией, кто что-либо видел или слышал в этом парке с 8 до 9 вечера. Короче, там произошел полный медвежий фарш, это невозможно на это смотреть, и такого убийства не происходило много лет в этом городе. Вилли Мэк, подозреваемый. Человек, который убил 17 человек между 96 и 99 годом. Как по-русски нормально сказать graphic murder? Жуткие убийства, не жуткие, а типа, ну вот от которых прям воротит, от того, как вот насколько это было жестоко. Ну жестокие убийства совершил в городе Мидлвуд. He was apprehended and sentenced to life in prison. В 2001 году отвратительно мерзкий, да, наверное. В 2001 году он был пойман и помещен в тюрьму на пожизненное. Mr. Mac was presumed dead when a prisoner transport vehicle relocating him crashed and burst into flames. А когда было, ну, короче, он типа умер, и когда его тело перевозили, оно попало в автокатастрофу. А теперь новости погоды. Давай, Том. Не люблю эту работу. Том? Том? Да. Это Лэри с нашим лицом на морде. Ну я просто как газон, пиздец. Я заплатил за эту игру 400 рублей. А где это? Сейчас, секунду. 400 рублей за эту игру, ну и прошел. Ну ладно, нормально, ну как сказать, нормально. Сойдет. Сойдет. Так иди нахуй, блядь. Иди нахуй. Такс. Минус 400 рубасов, охуеть можно. За что дал? Рефаунд? Рефаунд не работает на этом сайте. Это не Steam. Ладно, спасибо за игрульку, в принципе. Так, что у меня есть? У меня есть вот First of Phantom, меня просили в Steam, я скачал. У меня есть September 7. У меня есть еще игры с Itch.io. Можем поиграть в игры, которые принадлежат тому создателю этой рулетки. Там, скорее всего, он не умер, а, скорее всего, просто они его перевозили в тачке, тачка попала в аварию, он сбежал, да? А похуй. Козел токсичный, ебаный. Чтоб ты сдох. Так. Fears of Phantom хочу. Ну что, давайте проголосуем. Так, дай посмотрю пока, что у меня на Itch.io еще там было. Ну, Соня, я?
Кто я? Как стать несчастным? Донаты сейчас чекну. Одну секундочку. Сейчас я тут... мне надо найти еще, что я загружал. Загрузки. Так, в голосовании ставим. Itch.io дальше по списку, который я скачал. Там же, может, попробуем и ту от создателя этой рулетки. Потом, что там еще было? September 7. Это вот это вот с таким колоритом постсовка. Вот такое вот. Либо First to Phantom. Много кто просил. Не знаю, я скачал. Надо вам, не надо? Подумаем. Я не Довганыч, я не буду такой ставить нивк. Нивк. А, это не Фантом. Фэтом. Все, голосуем. Itch.io, September 7, First of Atom. Так, что тут у меня есть скачанного? Ну-ка. Dead Faces. Fatal, вот Fatal Midnight может попробовать. Сейчас перекину его на комп. Ой-ой. Пока голосуйте. Так, донаты. Какое сегодня число? Так, сейчас посмотрю. 10-е. Ага. Здорово, Макс, хорошо выглядишь сегодня. Хорошего здрема. А, это было вчера. Привет, Довганосенечка. Иду с трени домой, наблюдаю, как такой приколдес. Ты стрим подрубаешь. Обожрался мухоморов. Сижу, пялю стрим. Что там за ссылка? Бля, как ее скопировать? Ё-моё, как скопировать-то ссылку? Ладно, сейчас попробую. О, сука. Угу, получилось. И вот такое вот увидел. Ваша собака у нас? Всем по собаке? Ты видел рекламу приюта и подумал обо мне? При чем тут я? Я что, собака, блядь? Думаешь, мне приятно, когда ты так говоришь? Все, я злой после того гандона, который писал в чат. Я больше не буду ни с кем общаться. Ясно? Так, кто это блядство скидывает в чат? Это мне кто скинул? Так, я удаляю. Показать? Покажу. Что это? Вот позорище, сука, ну позорище. Так, секунду. Нет, я вас не извиню. Нет, я вас не извиню. September 7. Так, секунду, тут еще что написали? Привет, Довгомопсик. Привет. Это вчера, по-моему, еще было. Привет, пес. Смотрел тебя последний раз в твоих видосах на Ютаре. Вот пару дней назад вспомнил про лучшие гайды о женщинах, дружбе и отношениях. Как ты? Как живешь? Как жизнь? Все нормально. Спасибо, что заглянул. Спасибо за донат. Все у меня хорошо. Ты пока меня добавишь, я все деньги на донатах солью. Ник в стиме такой же. Я насрал там в комменте. Давай пока не протухло. Попробую подарить витюбершу. Ой, не понял, какую ты мне витюбершу собрался потом подарить? А, все, понял. Да, та игра, короче, японская. Ну давай, давай. Да ничего еще не протухло, Джезо. Все, окей, я понял. Я тебя добавлю. Найду тебя в комментариях. Привет, папа. Чекни игру Murder House. А что такое знакомое? Ну-ка. Что-то знакомое. Murder House. Она в стиме, да? Ну, вроде недорогая. Выглядит прикольно. Окей, попробуем, ну бы. Так.
Сегодня день, какой-то день пиздеца с доставкой. Заказали роллы, ждали 3 часа, так и не приехали. Курьер 2 часа ходил по городу, то туда-сюда, то обратно. На улице мороз минус 20, трубку не брал. Я сам с этого вахую. Как можно по морозу, когда курьеры лазят где-то, останавливаются, курят, дрочат и не идут? Не идут, еда стынет, они что, гонят? Пришлось заказывать пиццу из соседнего дома. Ай, жесть. Так, понятно, Хани Дример. Хани Дмитрий не знает правила и написал просто «понятно». После того, как я не прочитал его донат тут же. Недавно включил один витуберский клип и увидел сообщение с твоим ником «Последнее место, где ожидал увидеть что-либо связанное с тобой». Подожди, как это ты включил витуберский клип? Что это значит вообще? Сообщение с моим ником? Ничего не понял, но вообще очень интересно. Контакты мне скинь, я тебе в кружочке запишу всяко. Ханя Дмитрий. Спасибо, что не ушел, что дождался. DGX. Пошел нахуй, не донать мне больше. Так, минус 400, плюс 500. Профит привел. Привет, Песель, хорошего стрима. Деймос, братишка, спасибо за донат. А вариант Давгон уже предлагался. Типа Дагон, охуенно. Деймос, ну кому охуенно, кому не очень. Давгон, по-моему, какой-то, ну, какой-то пацанский, босяцкий ник. Так, я буду бить Люду в мировом океане, пока этого скуда не вернет лапки. Я ничего не... Вы что, обкуренные, что ли, мне донаты пишете? Так, я в ММО хочу играть, сейчас без ссылки пойду качать. Братишка, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Зато прикинь, какой кайф будет, когда, короче, ты вот уже будешь сидеть весь настропаленный, надроченный. А мы запустим, все вместе ворвемся, у тебя такой будет выброс этой энергии. Ну потерпи еще, ну потерпи еще. Давгон на общак для братвы. Да, Дафганистан. Так, ну-ка, что там сенсивити? Wake up. Ой, блядь. Мои родители уехали на vacation, этот, блядь, короче, на выходные, на отпуск, и я остался дома смотреть за своей сестрой. У нее есть некоторые проблемы, иногда она очень странная, но мне нужно присматривать за ней. Все было хорошо, пока не услышал странные звуки посреди ночи. Ой. Его не давглот, я не давглот. Уехали в отпуск. Я не давглот. Сколько ВПСов? Достаточно? Камера специально такая ужасная, чтобы я обсерился. Видите, что можно прятаться. Нет, слава богу, прятаться нельзя. Ненавижу, когда в играх можно прятаться. Это значит, что надо бежать прятаться. Я не Максим Учичанил. Здоровенный дуршлаг. Блин, у камеры угол обзора минимум, чтобы у меня за спиной поместилось 10 бабаек, нахуй. Мне не нужно туда. Мне надо сначала чекнуть свою сестру. Где она? В соседней комнате, надеюсь? Сестра? Сестричка? Ну, странно, что она не здесь. Мне нужно найти ее и спросить, как она себя чувствует. Ой. Родители. Родители киноактеры. Батя, Игорь Шпак, нихуя себе, я сын Шпака. Это значит, мы где-то в Майами? Шпек? Тарелочник. Стоп, что? Где она? Комната родителей. Разбросана. Где же ты?
Пойду вниз. Ой, блядь. А что такое? А где? Ага. Вообще по кайфу. Кто делает? Кто делает бр-бр-бр? What the fuck? О нет. Ой, лагает. Плохо дело. Да кто делает? Кто храпит? Лупасит. Открылось. Выключите сабвуфер. Битмейкеры в край охуели. Тут закрыто. Тут открыто. Странно, эти двери были открыты до этого. Я сейчас буду оборачиваться, и там будет эта страшилка. А вот и она. Фух. Что сделать? Never surrender сделать? Overcome the fear? Это сестренка? Мам! Ушла в подвал. Да ты гонишь. Что за хуйня там проявляется? А как я туда пойду без света? Вы что, гоните, вы игроделы? Вы ебанулись в край? Нужно найти фонарь. Где бы я мог найти фонарь? Это же, ну, капец, где можно найти фонарь? Тысяча дверей. Второй этаж у компа. Вы что, проходили эти игры? Вы в натуре сидите и проходите эти игры в соло? У вас все нормально с психикой? О, фонарь! Не вояс, это не фонарь. Прожектор. Световое долбило. А, там было написано? Ладно, сори. Не увидел. Так, подвалыч. Шпак. О, плохо. О, плохо, ребят.
О, не хочу. Что с тобой? Где ты? Да там, чат, спасибо большое за арт, скинули арт, да я передохну, посмотрю. Да нормально у меня ник. Так у меня нормальный ник. Спасибо большое за арт, супер арт. Не пугай так. Привет. Ну и домина. Бля, большой дом это худшее. За каждым углом может быть ебака. Куча жутиков. Упирается мне в лицо. Тихо. Что это?